Всем огромный привет! Сегодня я сходила в Fix Price, мне нужны контейнеры, и я как раз попала на привоз. Давайте я покажу, какие я взяла. Первый контейнер очень большой, как раз то, что мне надо. Он 55 рублей стоил. Ну вот моя рука прямо действительно большая. Я сейчас организовываю свою кухню, хранение в ящиках, на полочках, и как раз мне нужно было закупить контейнеры. Вот такой вот красивый. Их было очень много. Я взяла в сером цвете, но выбор мой пал на серый цвет только потому, что все верхние, в большой, прямо огромной стопке, метра на полтора, были серые. А чтобы достать голубой, белый или там светло-светло-розовенький такой, надо было это все, ну, в общем, вот представляете, перекопать. Ну, поэтому серый. Следующий контейнер я уже беру не первый. Вот в таком розовом цвете. Это уже корзина считается для хранения. Давайте поближе покажу. В ней есть размеры. В первом не было размеров написано, в этой есть размеры. Я в такой корзине храню хлеб, ну, в пакетах. И очень удобно ее также в ящик поставить. Вот печенье, пряники, сушки, вот что-то такое в пакетах. Она глубокая, и в ней все это умещается. Очень удобно. Ну, для меня, по крайней мере, удобно. Я специально ее шла купить. И еще три контейнера покажу, которые у нас, они новенькие. Называются даже они не контейнер, а коробка. Давайте сразу покажу вот здесь, что написано. Так, вот так. Вот такие размеры, 26, 20, 15 сантиметров. Вот так выглядит сама коробочка, очень симпатично, тут и выпуклое что-то. Очень удобная, она, ну, достаточно большая, я вам показываю руку мою раненую. Вот такая она большая и симпатичная. Я их купила три штуки, белую, красную. Очень удобно, мне кажется, именно в таких контейнерах хранить запасы круп. Как раз вот эти вот килограммовые пакетики, их несколько штук, можно ставить. И удобно в ящике стоят, ничего не ковыляется. И вот такая синяя. Все три ящички будут смотреться очень даже симпатично. Так, вот такие. Для определенных нужд нужны были батарейки. Я взяла алкалиновые. Кстати, вот эти оба по 55 рублей контейнеры, ну, корзинки, а эти по 50. Батарейки были тоже по 50. Я взяла вот эти АА, пальчиковые мы их называем, и 3А. Это уже мизинчиковые, тоже алкалиновые. Из продуктов я взяла снова чай ТС, черный чай с чабрецом и цедрой лимона. Очень нравится аромат. Мне кажется, он там самый дешевый. В магазине, если только ловить, когда скидка, а так вот 50 рублей достаточно выгодная цена. Ну, были еще макароны, но не знаю уже смысл их показывать. Я вот так вот покажу. Паста Collection. Я, когда прохожу мимо Фикспрайса, захожу всегда за ними, чтобы они у меня были. Они самые дешевые и самые выгодные. Ну и последняя покупка, она была такая двойная. Не смогла пройти мимо, если честно. Я увидела вот такие блокноты в зимней тематике. Я взяла два, они похожие, голубой и темно-синий. Вообще цвета были белые с разноцветными сердечками, сиреневые с белыми сердечками. По-моему, розовые цвета. Ну, такие вот девчачьи, нежные. Ну, вот я взяла какие-то вот такие нейтральные. Эти блокноты чем интересны? Давайте мы вместе откроем и посмотрим. А то весь ролик ни разу не пошуршало. Вот такой вот классный материал. Они даже называются блокнот с плюшевой обложкой. Действительно плюшевые, прямо как варежечки. И вот такие внутри странички. Давайте покажу, как вот краешки аккуратненько сделаны. Очень приятно держать в руках. Есть вот такая закладочка в каждом. Закладочки одинаковые. И
обычная клетка. Причем клетка стандартная, тетрадная. Вот такая вот милая вещь, зимний вариант блокнотиков. Очень понравились, прям вот хотела такие. Как увидела, сразу захотела. Еще хотела, в фикс-прайсах бывают блокноты в форме шоколадки, такая с откусанным краешком, но у нас нет, не увидела. Но зато сегодня были большие, прямо такие как бы под кожу сделанные ежедневники или еженедельники. Они идут прямо на кнопки посередине. Солидно смотрится, по 99 рублей. Но я брать не стала. Решила, мне этих двух будет достаточно. Так что обращайте внимание на блокноты. Вот сейчас у нас огромный завоз, и блестящие, и конвертами, и большие, и в форме ежегодников, ежедневников. Ну, интересные варианты разные. Все, вот такой небольшой был у меня забег, но нужный, потому что я шла за корзинами, я их приобрела. И сейчас я вечер проведу, буду все организовывать на своей кухне и получать удовольствие. А с вами я прощаюсь. Спасибо всем за внимание. Всем пока!